Здравствуйте, друзья, доброе утро, четверг. Ну, уже не такое прям утро, уже 10:30. Но я просто, вот видите, меня, не знаю, насколько вам вот видно, я кровь сдавал. Периодически, вот когда к врачу идешь, положено сдавать кровь. Так вот, хочу рассказать о впечатлениях. Есть такая сеть лабораторий, называется Quest Diagnostics. И тут их, на самом деле, вот это вот то, что вы видите, вот там вот у меня за спиной, это целый такой квартал здоровенный, и там вот эти вот домики стоят, похожи на жилые, но это домики не жилые, это домики все медицинские офисы, это целая громадная такая плаза медицинских офисов, всех мыслимых, немыслимых там направлений, но мне сюда нужно было зайти просто потому, что там было одно из отделений вот этой Quest Diagnostics, и мне нужно было взять вот анализ, сдать. Кровь на анализ. Я про офис хочу рассказать. Значит, вот я туда прихожу, про этнический, так сказать, состав. Две сотрудницы, то есть два человека работают в компании. Это одна из Индии, а другая из Болгарии. Зовут ее Милка. Вот эта Милка брала у меня кровь. В итоге мы с ней так потрепались там на разные темы. Она, я ей говорю, она по грин-карт лотереи приехала, собственно, я ее спровоцировал, потому что у нее такой мощный такой акцент, знаете, так похож на наш, такой очень такой стронг, такой R, вот она там R, такой R, и вот, значит, у нее громкий голос, пока я сидел там, ожидал своей очереди, она с каким-то дедком американским беседовала, деду был так 37-го года, 81 год. Деду, вот видите, я слышал там их разговор, 81 год. И, короче, со стороны учреждения, значит, вот одна женщина, значит, индуска, другая болгарка, присутствовали, да, как в протоколе там, присутствовали. Индусов раз, два, три, трое. А? Китайцев двое. Белых, вот я, но тоже такой, как бы, не американский, не коренной, так скажем. Вот. Ребята, вы должны видеть вот эту голову, которая в машине сидит. Вот видите, такая седая голова. Говорят, что вот когда такая машина идет, там обычно мужики в возрасте. Вот. Смотрите, хорошо смотрится. Китайцев двое. Вот такая у нас Кремниевая долина. Хочу я сказать, я не знаю, насколько вот эта пропорция как бы распространяется на всю территорию. Но в общем, наверное, довольно близко. Так что вот так и живем. Счастливо.